Якутская строганина попала в список 100 самых узнаваемых брендов России. Опрос среди населения проводили в разных регионах страны. Сюжет Юлии Великодной. Строганина – национальное якутское блюдо, которое имеет тысячелетнюю историю. Сегодня этот деликатес успел обрести популярность и в Центральной России. А теперь, после официального признания, цены должны стать более доступны для якутян, считает председатель торгово-промышленной палаты. Нужно подойти к этому не просто творчески, а по-государственному. Раз этот бренд, он должен быть доступным нашему населению и, конечно, дать возможность попробовать и России, и за рубежом. Сегодня ассортимент замороженной рыбы очень разнообразен. Можно заказать готовое блюдо в ресторане или можно купить рыбу на рынке и сделать строганину дома. Но не у каждого сразу получится. У повара Андрея Хадарова есть свои хитрости. Отец научил его использовать яичный лоток, чтобы рыба не выскальзывала. Местные жители очень любят рыбу и хотели бы есть ее чаще, но цены не позволяют. Покупателя Альбину Сулеймановну обрадовала новость о признании строганины брендом. Очень приятно. Да. Не зря, между прочим. Она еще и полезна. Наша рыбка это... Ни с чем не сравнить. Нигде такой рыбы нет. Сегодня ни один праздничный стол в Якутии невозможно представить без этого деликатеса. После того, как строганину признали брендом, популярность возрастет теперь и во всей России. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.